я ловлю. Для других давно закрыты двери. Если ты, так и быть не знаю я. Ну за что просить прощения? Но она настырная, упрямая. Вот такие ждет без сообщения. Скажи ты, дружка, скажи своей подружке до свидания. Я цветочек хрупкий, я требую особого внимания. Дорогие наши родные, огромная просьба, пожалуйста, отнеситесь друг к другу с пониманием, с уважением. Дорогие наши ассирийцы, пожалуйста, секундочку внимания. Если у кого есть возможность уступить свое королевское, императорское, величественное место, будьте, пожалуйста, добры это сделать, потому что большое количество народа просто стоит и ждет возможности также поздравить Шар, всех вас. Поэтому, пожалуйста, огромная просьба, выходите, танцуйте, а другие просто присядут на ваши места, ничего страшного, как это было ранее. Временно, да, присядут. Спасибо.